37-летняя певица выразила беспокойство за супругу принца Гарри. Светлана Лобода сравнила несколько снимков 38-летней Меган Моркл. Бывшая американская актриса пожаловалась на трудную жизнь внутри британской королевской семьи. Герцогиня Сассекская отметила, что столкнулась с общественным давлением и незаслуженной критикой. По ее словам, она чувствовала себя уязвимой во время беременности и после рождения сына Арчи. За Меган переживают не только многочисленные поклонники и ее друзья. Суперзвезда российской эстрады также выразила беспокойство по поводу травли жены принца Гарри. Лобода опубликовала два снимка Маркл, сделанные на одном и том же мероприятии с разницей в год. Известная брюнетка была запечатлена во время парада, посвященного памяти погибших во время войн британских военнослужащих. Событие памятное и не предполагает улыбок. Однако даже в этой ситуации можно разглядеть счастливого человека и отягощенного печалями. На снимке 2018 года Меган предстала с горящим взглядом. На фото, сделанном год спустя, она выглядела потухшей. «Глаза о многом говорят», — заметила Светлана Лобода. В этот свой выход в свет супруга принца Гарри отдала дань погибшей маме мужа. Она повторила культовый образ принцессы Дианы. Герцогиня и герцог Сассекские оказались в центре нового скандала. Они отказались праздновать Рождество в компании королевы и семьи в Сандрингеме. За это на супругов яростно ополчилась британская общественность.